Всем привет, с вами Антон Колбаскин. Первое видео не сдалось с кассетой на песню Ильи Резника. Но... потому что кассета заскрипела, да? Ну вот вам еще один экземпляр. Это таллинский завод кассет. Сборник, ну, кому-то известный Greenpeace. Мелодийский. Ну вот давайте послушаем, ну, песенки три. Say it's true. Girl, you know I need you more than any words spoken. I've seen you before. Turn and walk away. You say you won't come back. It's just a game in a way. We are hoping. Yes, and we're praying. This time be the last time that we will fight
TV.
Пишите, что вы думаете по поводу услышанного. Будет интересно почитать. Вот. Но с кассетами «Мелодия» есть засада. Очень часто можно купить не то, что на этой кассете написано. Потому что какой-нибудь, не знаю, тинейджер, например, стирает вот эту вот кассету и записывает на нее какой-то рэпчик непонятный, не пойми с чем. Но здесь выжило примерно 2/3 записи родной со стороны «Б». Вот, так что учитывайте эту лотерею, если вдруг надумаете такие кассеты приобретать. Ладно, с вами был Антон Колбаскин. Попрошу вас поставить лайк, если вам не сложно. Подписаться на канал, если вы смотрите без подписки. Заходите также в где мой палец? Вот мой палец. В телеграм-канал. Вот там интересные люди, можно пообщаться. Вот. Ну и до новых встреч. Пока-пока.